О помолвке Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса стало известно в минувший уикенд. Об этом радостном событии рассказала сама звезда. На своей страничке в соцсети она поделилась снимком. На нем запечатлена ее рука с кольцом, украшенным огромным бриллиантом с изумрудной огранкой. Разумеется, интернет-обывателей тут же заинтересовала цена вопроса, и они жаждали узнать, в какую же сумму обошлось Алексу Родригесу это украшение. Свет на эту тему сумел пролить ювелир Брэндон Хилл из компании Steve Quick Jewelry. По его словам, стоимость кольца составляет порядка $1,4 миллиона. Что касается камня, то он представляет собой бриллиант чистейшей воды, а его размер составляет не менее 15 карат, пишет Us Weekly. Больше по теме «Два года веселья» Дженнифер Лопес отметила годовщину отношений с Алексом Родригесом. Певица с нежностью поздравила своего любимого мужчину в соцсети. Отметим, что Джей Ло и Алекс Родригес состоят в отношениях уже 2 года. Сейчас влюбленные проводят романтические каникулы на пляже. Именно там певица и получила предложение руки и сердца. Напомним, что ранее сайт Телепрограмма ПРО писал еще об одной звездной помолвке. 14 февраля Орландо Блум обручился с Кэти Перри. В день всех влюбленных он подарил ей кольцо, чья стоимость оценивается в $5 миллионов.